11 февраля в зале Северского дома культуры прошла 5-я сессия Совета муниципального образования «Северский район». Основной повесткой дня стал отчет о результатах деятельности администрации за 2020 год. Адам Джерим подвел итоги экономического и социального развития и рассказал о наиболее важных событиях жизни муниципалитета. Несмотря на пандемию, в прошлом году проделано много работы. Район принял участие в 7 государственных программах. Благодаря этому удалось создать новые скверы, обеспечить жильем детей, находящихся под особой заботой государства, провести ремонт учреждений культуры и здравоохранения. Также приобрели 2 машины скорой помощи и 3 автобуса для подвоза учащихся. На регулярной основе в районе проводятся работы по бесперебойной подаче электроэнергии и водоснабжения. Уважаемые земляки! Прошедший год поставил перед нами непростые задачи, которые еще предстоит решить. Главное – сохранять бодрость духа, веру в собственные силы и желание трудиться. В этом году мы должны не только закрепить достигнутое, но и продолжить заданный курс. Все лучшее, что создано и сохранено в нашем районе – это результат совместной работы всех жителей, добросовестного труда людей различной профессии. В сессии приняли участие депутат Госдумы Владимир Синеговский, министр труда и социального развития края Сергей Горкуша, депутаты законодательного собрания Андрей Куемжиев и Сергей Орленко, а также главы поселений, районные депутаты и жители. По сравнению с другими муниципалитетами, Северский район и развивается лучше, и жизнь в Северском районе находится на достаточно высоком уровне. Это, конечно, благодаря каждому жителю Северского района и грамотная организация работы в этом районе под руководством Адама Шахметовича и его команды. Жители района могли задать волнующие их вопросы Адаму Джериму. Все обращения глава внимательно выслушал и взял на контроль. Встреча продолжилась торжественным награждением выдающихся граждан за вклад в развитие Краснодарского края. По результатам открытой сессии работа главы и Совета муниципального образования «Северский район» признана удовлетворительной.